Если ты злой, безразличный человек, иди ты к черту. А вам, добрые люди, доброго утра. Два слова «доброе утро» от них веет участием, правда ведь? В них есть то, чего не хватает сотням тысяч детей-сирот в нашей стране. Разрешите объяснить. Примерно 700 тысяч детей-сирот в горячо любимой мной стране на минуточку. Я буду с вами откровенен. Мы придумали, как решить эту проблему. Проект «Дом мечты» – это первое полезное реалити-шоу. Вот примерно в таком же месте мы построим дом, где с детишками будут работать специалисты. Мы будем развивать их способности, осуществлять их мечты. А самое главное, у нас будет возможность показать детей их будущим родителям. Скоро на нашем канале вы увидите интервью с детьми, которым нужна семья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и расскажите о проекте всем своим друзьям и знакомым. И тогда детей-сирот в России, я вам обещаю, станет меньше. Спасибо, что были с нами. До скорых встреч.